Всем привет! Я в магазине «Одна цена». Смотрите, здесь тоже есть паильник, не проливайка, с мягким носиком. Немножечко другой, конечно, не как фикс прайс. 300 миллилитров. Итак, я начинаю показывать цены по 50 рублей. Вот смотрите, это сахарница, наверное. Или бокальчик. Нет, это чашечка. Чашечка с крышкой. Есть зелененькие. Вазы для цветов. Салатник. Даже миска. Миска средняя, 16,5 на 6. Стекло синий. Наподобие как фикс прайс, тоже тарелочки 50 рублей. И такие с ромашками побольше. А это у нас что? Смотрите, маки только какие-то синенькие. Вазы для конфет, фруктов. Пластик 19 на 3. Какая интересная расцветочка. Вот, розы с птичками и с тюльпанами. А вот смотрите, какая сухарница. Есть розовые. Пепельницы. Как осьминог. Симпатичные чашки. А вот смотрите, полосатые. Нож для нарезки капусты. Коробочка для снасти. Двусторонние. Есть синенькие. Набор под щетку и мыло тоже 50 рублей. Теперь товар по 100 рублей. Смотрите, какой Коран, по-моему. Весы бытовые тоже 100 рублей. Есть безмен на 10 килограмм, даже больше, на 20 килограмм. Чашка, смотрите, какая. Кружка здесь. Там чашки, здесь кружки. В фикс прайсе чашки, по-моему. Кружка 350 миллилитров. Тематика морская. И с капитаном. Вот смотрите, какая. Или салатник, или пиала. Тоже по 100 рублей. А это в виде тарелки, что ли, или в виде металлической чашечки. Бульонница. Тяжелая вообще, я ее еле подняла. Бульонник, да, бульонница. Насадка для швабры. Вот такая вот. 37 на 25. Чехол для гладильной доски. Шампунь Шаума. Это Шварцкоп. Энергия природы. Кокосовая вода. Цветок лотоса. Масло оливы и алоэ вера. Тоже по 100 рублей. Мужской шампунь. Краска Палет. Дезодорант, сухое распыление.
точно. Океанская свежесть, тоже сухое распыление. И ваниль. Пистолет-разбрызгиватель, 5 режимов. Набор для подключения, 4 предмета. Держатель для смартфонов, универсальный, на руль, для вело, мото, в защитном чехле. Тоже есть салфетки, супер впитывающие, синтетическая замша разных цветов. Трос буксировочный, 4 метра, ширина 4 сантиметра, 2 петли и пакет. Есть белый с красным, есть вот как наш флаг как раз. 7 тонн выдерживает, 4 метра, ширина 5 сантиметров и 2 петли. Панорамное зеркало бокового обзора. Отпечаток ручки-ножки вашего малыша. Семейная реликвия. Ну, входит что туда. Подарок из детства. Подвеска на кроватку и на коляску. Мешок подарков. Такие погремушки. Бутылочка. Вот такая погремушка еще. Бабочка. Тесто. Фиксик. 12 цветов. Набор для лепки. Там внутри тесто. Товар по 200 рублей. Смотрите, какая кошечка моргает. Часы для кухни. Тоже по 200 рублей. Вот какие часы. Морская тематика. Аптечка, полиэстер. 24 на 4 и на 5 сантиметров. Один цвет, только красный. Полотенце по 200 рублей. 100% хлопок. 70 на 1,30 м. Город Донецк. Очень много ремней. Ведро с крышкой. 10 литров. Тачки. Здесь два есть. С такой крышкой и с такой. Такое ведро. Пластик здесь хороший. И ручка надежная такая, шикарная. Под мусор. Фикс прайс такие 99 рублей. Здесь 200. Ну, единственное, что они, может быть, не такие блестящие, а так такие же. Какое? А вот какое ведро. И вот побольше. Этажерка настольная, прямоугольная, 3 яруса. 37 на 28 и 18. Смотрите, какая лодка за 200 рублей. Это все на иностранном языке. Ничего по-русски нету. Вот такие вот. Это катера, наверное. Вот. Классно. Вакуумная система хранения и консервирования продуктов. Кувшины. Стеклянные. Кувшин на 2 литра. Сахарница.
масленки, чайнички. Смотрите, какой чайник стеклянный, с крышкой. А вот какой. Различные контейнеры. Скатерть полиэстер 140 на 140, а это 110 на 140, тоже 200 рублей. И такая скатерть виниловая премиум, тисненная с ажурной каймой. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не трудно, а мне приятно. Пока-пока.